Поженятся ли Макеев и Юля? Вернется ли Костров на лед? Сможет ли Марина добиться прощения Егора? Тебя волнуют эти вопросы? Значит, ты знаешь о молодежке все. Хочешь знать еще больше? Смотри второй сезон сериала сразу на двух экранах. Скачай мобильное приложение «Молодежка. Второй экран» и запусти его до или во время эфира. Приложение синхронизируется с серией по звуку. Технология второго экрана позволит тебе быть не просто зрителем, а частью мира твоих любимых героев. Ты сможешь поделиться интересными фактами и фотографиями на своей странице в соцсетях, а также выразить свое мнение о поступках героев. Как ты думаешь, был ли прав Щукин, выгнав Кисляка из команды из-за ситуации с Мариной? Викторины, голосование, предсказания, интервью с актерами и даже бэкстейдж со съемок. За просмотр и участие ты получаешь баллы. Приложение «Молодежка. Второй экран» стирает границы между тобой и любимой командой. Скачай и установи приложение «Молодежка. Второй экран» с App Store и Google Play.